Я веду здоровый образ жизни, выбираю здоровье, красивое тело и позитивное настроение. Как я к этому пришел? Во-первых, перешел на правильное питание, стал кушать больше овощей и всегда на самом видном месте держу бутылку чистой воды. Кстати, вы знали, что кушать два раза в день огромными порциями намного ужаснее, чем радовать себя пятиразовым питанием? Далее я записался в тренажерный зал. Поначалу заставлял себя ходить туда через силу, но сейчас мой организм просится туда сам. Я не изнуряю себя часами в спортзале регулярно, не более часа и пытаю свое тело на прочность. Кстати, там познакомился со своей невестой и вместе мы зожники. В выходные ездим отдыхать на природу. А еще мы собираемся путешествовать. Для этого учим иностранный язык и читаем книги авторов тех стран, куда мы хотим отправиться. Вести здоровый образ жизни несложно. Сложнее просыпаться по утрам после алкоголя, бесконечно лечиться с ослабленным иммунитетом и гробить свое здоровье сигаретами, бургерами и газировкой. Сейчас это далеко не модно. Сегодня мы выбираем счастливую жизнь.